уплыла. Уплыла. Там еще одна уплыла. Люди слышат, как вот бортисты к нашим неравнодушным людям, у нас в Бурятии люди сильные, сплоченные, а волонтерам, поскольку здесь нужна будет помощь, люди не только материальные. Мы находимся в селе Десятниково. Обычно стендапы мы готовим заранее, чтобы все было грамотно, четко, по картинке красиво. Но красивой картинки уже не будет. Пока работали, сами чуть полностью не увязли, сапоги. Тина засосала, благо выбрались. Все поунесло. Был сильный ливень, вода шла, пришел вал с той стороны. У меня здесь были засадки, свиней унесло, да, стоим на картошке. С одного столба были засадки, все до тут. Вот все унесло. Там ворота, все. А животных сколько? 4 больших свиней, 8 маленьких. Было очень страшно. Ну, все унесло, у людей очень много затоплено огородов. Канализации, вода, колодцы, погреба, подполье. Все многих затопило. И картошки теперь, люди и без картошки, и поросят унесло. И собак, которые на цепи сидели, замыло. А такие, говорят, даже там вверху, я еще не ходил туда, там, говорит, даже с этими с будками собачьими утошило собак. Это один из мостов, который соединяет две части села. С этим все более-менее нормально. Но ил, естественно, палки, заборы. Есть еще второй, он по ту сторону. Но его, как говорят местные жители, полностью снесло. Ну и туда мы не поедем, потому что машина может застрять. В 95-м году был такой же, да, ливень? Да. Такой же. И что мы на покосе чем были, колхозы раньше были. Приезжаем, дома нету, и все так же. То есть это тогда ваш дом унесли, да? Да. 4 телеги дров было, вот только осталось. То есть унесло? Все утошило. Получается, затопило погреб, он где-то 1-2 метра. 1-2 метра, нет, это еще так только на это. Ага. Ну тут сколько, не знаю. Там лестница она не дает. Она, там видишь, лестница стоит. Как было, бедная собака? Малыш. Малыш звали? Малыш, мы его малышом звали. Она вот только годик бы ему было, осенью бы. Дочь привезла, министра Богатая. Я говорю, ну пусть тот старый стал. Я говорю, ну пусть растет он у меня. Только хотел я его спать, а тут как вал. Вот эту трубу вот так сразу разорвало как. И полотно вот так открыло. Вот ворота, где новая труба сейчас, да? Да, вот так открыло, как кто открыл их. У кого-то хотя бы получше. Нет, лучше нет, все хуже и хуже. Буквально сейчас зашли вот в этот дом, здесь дверь подполье затоплена, и погреб прям под крышку вода стоит. Все, все постройки надворные, будка, баня, гаражи, все-все. Чем дальше, тем хуже. А вот это получается уровень, докуда вода поднималась, да? Да, ну так видите, мы только сейчас зашли, потому что мы с утра баню убирали. Все в иле. Не, я дальше не пойду, Саша. Ну, просто по картинке, вот подвал, и опять такая же ситуация. Все в воде, все в иле. Новая техника, мебель, вещи, да. Вот все. Вот холодильник стоит, стоял, тоже он упал. Ну вот просто сразу застреваешь сам же. Уровень, докуда поднималась вода. Ну вот мой рост 169, и вот почти по грудь мне. Это все одной сплошной стихии. Естественно, весь ущерб еще будет подсчитываться. Работы по восстановлению здесь явно не на один день, даже не на одну неделю, как говорят жители этого дома. Вот этот вот весь ил они вытащили со своего двора. Будем следить за ситуацией дальше. С вами был Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.